Большое спасибо. Когда входишь в дом, надо здороваться, сказал ежик. А когда уходишь, прощаться, сказал медвежонок. Если ты сидишь, а мимо идет кто-нибудь старенький, уступи место. Где? Спросил заяц. Где сидишь, там и уступи. Если кто-нибудь чихнет, скажи: будьте здоровы. А если будет дуть, ежик строго посмотрел на зайца, закрой окно. Ну, беги, сказал медвежонок. И заяц помчался. Стой! Если тебе что-нибудь подарят или поблагодарят, поклонись. Ежик показал, как надо кланяться, и скажи спасибо. Большое спасибо, крикнул медвежонок. Ага! И заяц пропал в кустах. Первой, кого он увидел, была белка. Белка сидела на пеньке и грызла орехи. «Привет!» — сказал заяц. «Тебе не дует?» «Нет!» — сказала белка. «А что?» «А то бы я закрыл окно!» «А где?» Белка вытаращилась на зайца. «Где ты видишь окно?» «Нет, это я так вообще!» «Пока, белка!» И заяц исчез. «Теперь надо кому-нибудь сказать, будьте здоровы!» — думал, прыгая заяц. Возле норки, угревшись на солнышке, спал хомячок. Он так сладко посапывал, что заяц сразу понял, что ему надо делать. Сорвал травинку, подкрался к хомячку и пощекотал в ноздре. «Апчхи!» — сказал хомячок. «Будьте здоровы!» — крикнул заяц. И был таков. «Что-то осталось еще!» — вылетев к реке, соображал заяц. Поздоровался, попрощался. «Дует, не дует, будьте здоровы!» «Ага!» Подпрыгнул и пошел, как канатоходец, по упавшей головой в воду сосне. Теперь он был почти посередине реки. Заяц сел. Лениво шевеля хвостом, подошла старая щука. «Здравствуйте, бабушка!» — обрадовался заяц. «Пожалуйста, садитесь!» Заяц вскочил и похлопал лапой по бревну. «Дурак!» — закашляла щука. «Спасибо!» — поклонился заяц. «Большое спасибо!» И помчался к ежику с медвежонком рассказать, как у него все хорошо вышло.